Так, ребята, всем привет. Вот себе прикупил одежу Ангара. Сегодня 4 число. У меня день рождения. Пока там все готовятся, я решил на пару часиков выйти на то место, где мы стояли. На загоне. Видео не стал уж выкладывать. Не буду. То. А это так. Небольшой видосик. Сейчас быстренько в ту сторону пробежимся. Туда. И обратно хоть так на разведку сходим. Что тут к чему? Чего к чему тут, блин? Тут деревья какие-то, блин. Падающие деревья, блин. Блин. Короче, ребят, не только деревья падают, а еще и падающие. Сейчас он спотыкнулся, блин. В этих вот бацефалах и бесило. Садись, вот в этих вот, блин. Не чувствуешь ни хера. Ладно, сейчас пойдем туда. Еще сниму видосик. Походили пока тихо, что-то вспотел здесь. Что-то мне жарко, блин, так ходить в это, конечно. Минус 2 где-то сейчас. Как-то вот так вот. Вокруг. Кто-то стреляет там вдалеке. Вот там кто-то стреляет. Сейчас просики начнутся. Вот ружьишко. Так прикольно, тихо, хорошо. Белок тоже нет. Хвост жене принести беличью. Походили вот чуть-чуть 40 минут. За 40 минут где-то по этому бурелому полкилометра прошел. Что-то как тяжко тут лазить. Там собаки где-то лают. Ушли вот оттуда, пошли ловить. Вот туда. Сейчас вот до тут дойду я. До брата, наверное, вот той стороной. До дома. Ну как-то пока так. Хоть собаки там, там тут еще шмальнул пару раз. Но тут что-то никто не пробегал, блин. Ну все, пока. Короче, сегодня такой какой-то походный день. Собаки ловить перестали. Я нашел вот тут груз. Кто-то груз. Искать уже. Ну да, собаку надо. Без собаки так бродить. И ни кокошули, кстати, нет. Ничего тут. Никаких. О, ничего нет. Он падает. Я его только сейчас. Лайфхак. Упал. Ну, как-то так пока. Опять там стрелять начали. Ночь уже буду выходить, уже время поджимает. И темнеть начинает. Что тут не остаться на ночь, блин. Сейчас туда пойду, прям как раз на дорогу выйду. Ну все, на этом, наверное, видео заканчиваю. Тут, кстати, следов больше. И погрызов, и всего такого. Все, ладно. Так, хоть походил чуть-чуть в день рождения. Все, всем пока. Вон опять лая. Я уж собрался, блин. Ну ладно, что же делать. Думал, недалеко ушел. А уже минут 10, наверное, иду по дороге. Ой, виски. Скользко, пипец. О, забрел и куда? Ну да, так без навигатора это делать. Забудешься, как ни хрена делать, даже в этих маленьких лесах. Собаки какие-то там местом бегали. Дичь нельзя, как я, говорить. Скользко, ладно, все, сейчас до машины дойду я.
Так, все, ребятушки походили. Что я в машине смотрю, какая-то красная наружка получается, блин. Это ладно. Так прикольно походить. В день рождения по лесу одному. Я бы часа полтора, наверное, полазил. Не знаю, сколько там было. Мне врет этот трекер, сколько прошел. Ну, где-то, может, километра два прошел. По лесу. Все, поедем домой сейчас. Праздновать будем. Зад не поеду уже, наверное, на охоту. Хоть попраздновать нормально сегодня. Тогда получится числа, наверное, 7 или 8 поеду. Наверное, 7 вырвусь. С той стороны бы подъехать, там шмаляют, блин, собак. Ну там конкуренция большая, собаки, блин. Тут что-то так просто белок пошмалять. На корень нужно стрелять. Все, ладно, всем привет. Все, пока.